Слушай, какая сильная, но мы в блоке. Ты смотри, о, как мы, да, его шокировали. Ударом с ноги, это редкость, мне кажется. Как он увернулся хорошо. Ну что же, тесачок-тесак, сейчас мы с тобой расправимся. Опа, вот так ему в голову сразу, с разворотика. Прям смотри, как засадили между ног ему хорошо, а? Вот это напор, вот это напор. Бам! Хорошо, хорошо, ребята, хорошо идем, не даем ему атаковать вообще. Вот это мы разошлись. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал. Нажми на колокольчик, поставь галочку, сохрани и будь первым. Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Дитул, и это Shadow Fight 2! Всем привет, дорогие друзья, и мы продолжаем с вами наши бои в мире теней. Оу, ребята, и как вы заметили, у нас новое оружие! Эпические закаленные Саи. Да, ребятушки, оружие еще то на самом деле, и мы, кстати говоря, хотим его зачаровать. Да, ребята, будем зачаровывать его, а вы по традиции пишите в комментариях, какой рецептик, какое зачарование, какое свойство нам выпадет. Реально, так что давай, применяем, я надеюсь, это не повлияет на нашу игру. Конечно, не повлияет, ребята. Так, похищение здоровья, кровотечение, проклятие, ну вы помните, да? Оглушение, часовая бомба и неистовство. Лучше бы, конечно, похищение здоровья, ребят. В нашей ситуации, в интерлюде, это самая крутая фишка. Согласен, ну что ж, давай зачаровываем, поехали. Кто угадает, тот огромный молодец, поехали. Час 20 будет зачаровываться, вот это да! Вот это прикол, ребятушки, ну что же, давай зачаровываем, посмотрим! Ждем, ребята, ждем, ну что ж, хорошо, хорошо, зачарование уже готовится, а мы, тем не менее, ребята, будем начинать проходить у вдовы все-все турнирчики, испытания, зарабатывать деньги, апгрейдить экипировочку и, конечно же, пойдем на вдову! И в затмении обязательно это все будем делать, потому что иначе, ну, как-то неинтересно. Конечно, ребята, конечно, все будем делать в затмении, так что поехали сначала в турнирчики разомнемся, посмотрим, что такое вообще Саи и как они себя ведут, ребята. Так. Согласен, что... ну что же, погнали в бой! Обязательно, ребята, поставьте лайк, поддержите нашу команду. Также подпишитесь на канал те, кто еще не подписаны, и не забывайте делиться нашими видео со своими друзьями в социальных сетях. Поехали в бой! Хорошо, ребятки, хорошо, кто здесь будет? Атаманчик, ты смотри какой, а, с восточными саблями, да? Ой, как мощно он будет нас сейчас дамажить. Но ничего страшного, мы вот так вот в голову прям так, попал. Хотел его с разворотика. Знаешь, в чем интересная штука? Ну? Разворот очень долгий у закаленных. Я думал, они будут быстрые, прям резкие такие. Слушай, ну в принципе, опа, урон неплохой такой наносит. Да, хороший урон, конечно, конечно, неплохой. Атаман полег в первом раунде. Во втором сейчас будем его также мощно дамажить, ребята. Ну что ж, бой. Раз, два, хорошо. Очень медленно на самом деле. Вот хотелось бы попасть именно вот в эту атаку. Слушай, а есть какая-то быстрая такая комбочка, типа вертушечки или там? Вот она, вот она комбочка. Подпрыжок. Я понял, подпрыжочек. Мне нравится, что у него вторая вот эта атака из двойных, она идет практически сразу в голову. Да-да-да, это очень хорошая вещь, она прям помогает. Вот сейчас, например, бы попали бы, да, на самом деле? Да, практически дотянулись. Но почему не попали? Опа! Что-то не он нас не бьет, не мы его, да, как-то? А он какой-то, смотри, увертливый стал, еще и подловил нас внизу. Как так-то? Зачем ты так делаешь? Опа, в ножку ему, а? Хорошо попали. Ногой по голове, хорошая атака, ребята, и еще по ногам. Еще зацепили, прекрасно. Слушай, какая сильная, но мы в блоке. Ты смотри, как мы его шокировали. Ударом с ноги, это редкость, мне кажется. Как он увернулся хорошо. Немножко достали по нему, он перепрыгивает, уворачивается, и мы его добиваем. Нет, вот, да. Да, хорошо, хэд-хит причем, кстати. Ну так, ребята, оружие, в принципе, годненькое, играть можно. Да, пишите, что вы думаете об этом в комментариях, потому что, ну, мы пока что, если честно, в замешательстве, оставлять их или все-таки апгрейдить какое-то другое оружие. Да, ребята, мы вообще любим серпы на самом деле. Да, серпы, мне кажется, тащат и... Не знаю, что... давайте устроим комменты в комментариях, вот прям вот, я не знаю, бойню, кто из подписчиков скажет за серпы, кто за... Кусаригаму. Кто за кусаригаму, да, выбирайте оружие, большинство голосов, которое оружие наберет, мы его и возьмем для прохождения дальнейшей игры. Так, насколько вы помните, у нас в испытании враг уязвим только для магии, ребятки. Нам было сложно с этим справиться, но сейчас, я думаю, мы должны затащить. Так что поехали в бой, команду Дитол, поддержите лайком, погнали! Посмотрим, Пронер нам говорит, что магия только магия, белка-стрелка здесь против нас. Если ты любишь Лего,
Подпишись на наш второй канал Detol Lego. Ссылка в описании. Опасный раунд и... Да, ребята, у нас тем более Сай и нет восстановления энергии, хотя оно нам и не пригождалось ранее. Нам нужно накапливать как можно быстрее магию, это можно делать разнообразными ударами. Хорошо, что у нас есть хотя бы защита сейчас, и мы не так сильно получаем дамага и хотя дамажем. Все равно урон прилетает нам, тем не менее. Вот, например, сейчас, ух ты ж, нате. Очень сильный урон, ребята, я даже не знаю, что с ней делать. Под катами, что ли, ее дамажить? Ну, типа того, походу, дело придется. Смотри, она прям даже наши подкаты еще выбивает. Еще бы сейчас магии не промахнулись. Оу, магии не промахнулись, но здоровья у нас очень мало, ребята. Очень мало здоровья. Хороший был разворот. Так, супер, дамажит нас. Ой, какая мощная была атака только что. Прям я даже не знаю, где нам достать столько много экспишки для магички. Да, действительно, магия очень хорошо бросками, конечно, накапливается, но... Да, но вот первый раунд, конечно, агрессив у белки. Надо как-то ее, надо придумать, подкатами что ли ее бить. Давай с подкатиков начнем, посмотрим, что она вообще. Вот так откатывается она, смотри, подпрыгивает даже, а мы ее ножками. Ловкая белка-стрелка. Ты смотри, не хочет, подпрыгивает, а мы все равно ее достанем. Все равно достанем. Хорошо, и применим магию. Да, хорошо, супер. Отлично было. Но нам надо как минимум 3 раза это сделать, ребята. Пока что пытаемся ее... Перехватила инициативу и просто конкретно... перехватила. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Даже невозможно ее достать нигде. Слушай, кстати говоря, от ног неплохое идет, неплохое накопление. Да, магия хорошо накапливается. Давим ее, давим. И магия. Сейчас, подожди. Магия, да, есть. Ох, хорошо, еще раз ногой, еще раз перекуркнуться хотели мы. Слушай, ножная тактика работает, но вот у нас с хелсами беда, конечно. Большая беда. Конкретно доминирует. Ребята, да, затмение, конечно, сложновато, однако. Я думал, что здесь мы справимся. Но, слушай, у нас есть шанс, на самом деле. Маленький, но есть шанс, действительно. Ай-яй-яй-яй, вот это вот, конечно, было очень плохо. И... Бам по голове, нет, и да, магия, смотри, сейчас... Ребята, промахнулись магией! Да как же так? Она не промахнулась. Слушай, чуть-чуть, прям миллиметр был, миллиметр немножко мы не прогадали. Ребята, интересный был бой, на самом деле сложный. Я думаю, что надо выключить затмение и спокойненько с 2 разовчиков ее задамажить. Ну, надо это пройти. Да, надо просто пройти это испытание, так что выключаем затмение, давайте пробовать. Не нравится она мне, ей честно, да, прям очень вот не нравится. Да, тем более как-то прям очень сильно она дамажит, даже несмотря на то, что мы немножечко подпрокачались, ребята. Ну давайте попробуем, поддержите нас, нам очень сложно, ребята, мы стараемся без всяких взломов, без всего, просто играем в удовольствие. Так, ну что же, уже половину, смотри, мы заряда магии накопили. Мне очень понравилось, как он топает вот так такой, по лежачему. Просто бам-бам. Противнику. Хорошо, слушай, еще да, даже. Ножная тактика, в принципе, действует. В принципе, действует, да? Да, и она не так много урона уже. Смотри, можно, главное не промахнуться, да, сейчас вот магией. Главное ее где-то вот так вот выбить, и когда она будет вставать, вот так шлепнуть ее магией. Вот, вот другое дело, ребята. Один удар, и практически все халсы отняли. Накапливаем дальше ручными ударами. И ножки надо подключать срочненько уже. Да, подключаем ножки. Ой, что это было такое? Танец какой-то был. Какой-то был супер танец. Ах, так, еще немножко осталось. Да, слушай, она со своей вот одна палочкой, четверть. Конечно. Давай, раз. Нет, о, не хватает. Даже сложно и так. Ну что же такое сложное испытание? Так, магия накопилась. Вставай! Получи! Хорошо, супер, ребят. Ну что же, один раз мы ее победили. Надеюсь, что и второй раз мы сейчас не справимся. Ой, ребятки, да, второй раз надо не пролететь. Так, раз, ну что ж, слушай, ноги очень хорошо накапливают. Прям вот. Согласен, прям имба тема. Особенно вот когда вот эта вот вертушечка низкая, да? Вот эта, да, и подножка, да, 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 тоже. Особенно. Опа, да ладно, сбили атаку. Прям ей по пятой точке хорошо надамажили. И магию хорошо. И начинаем вот так вот ее. Ой-ой-ой. Ох ты, как прилетели хорошо. Так. Мне еще кажется, удар с разворота будет неплохо накапливать энергию. Да, удар с разворота, думаешь? Да, вот такой вот. Опа! Нет? Нет, он агрессив нам предложил. Вот смотри, она когда кидает нас, нам тоже неплохо накапливается. Так что, в принципе, можно подставляться, да, под броски. И, ничего, ребята, страшного. Победа! Да! Мы сделали супер, это! Супер, мы наконец-то, сделали это! Наконец-то прошли!
Это тяжелый бой, тяжелое испытание, и теперь-то мы можем идти уже в затмение. Конечно, ребята, следующее затмение — это доспех 42 уровня. У нас, конечно же, он и есть, ребята. Так что поехали в бой! Будем бороться за побеждать и получать награды. Тесак у нас здесь огромный, огромный меч у него. Ну что же, тесачок-тесак, сейчас мы с тобой расправимся. Опа, вот так ему в голову сразу, с разворотика. Прям смотри, как засадили между ног ему, хорошо, а? Вот это напор, вот это напор. Бам! Хорошо, хорошо, ребята, хорошо идем, не даем ему атаковать вообще. Вот это мы разошлись, ты смотри, какое настроение появилось. Это точно. Эх ты как. Конечно, просто после таких тяжелых, утомительных сражение с белкой, знаешь, тесак прям на изи зашел. Вообще отлично, ребята. Вы видели, как мы его разнесли? Пух и прах. Кому понравилось, ставьте лайк, а мы пойдем ножками, ножками. Так, можно еще и магии его шлепнуть, кстати говоря. Сейчас, подожди. Оп, слушай, да не дотянулся, ладно. Да ладно тебе, а? Ты что, тесак, разошелся, что ли? Ну, опа, образочек и магия. Ах ты, смотри, какой, ох ты, увертливый какой, а. А мы его поймали. Опять на спинку положили и... Да, и он нас тоже задел. Слушай, а у нас нет, знаешь что, у нас нет восстановления здоровья, а мы так к нему уже привыкли, да? Все конечно, время. А слушай, все время оно нам помогает, да? Очень помогал нам до этого момента. Победа! Шикарно, ребята, шикарно просто. Тесак повержен, мы опять зарабатываем кучу вообще просто всяких наград. У нас денежек вполне достаточно, ребята. Ну что ж, на этом сегодня у нас все. Мы прошли это злосчастное испытание, ребята. Вам огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями. Всем спасибо, ребята. Пока. Пока.